Вода еще держится на территории затопленных районов Уссурийска и окрестностей. В Междуречии люди продолжают спасаться от большой воды на чердаках и крышах собственных домов. Ситуацию в Уссурийском городском округе прокомментировал глава Евгений Корж. Мы заранее людей предупредили и СМС, и оповещениями, и сиренами. Многие могли вывести из потопленных районов свое имущество, машины. Не у всех все получилось, но многие успели это все сделать. Конечно, много пришло воды. Если брать с 2015 годом, то там вода у нас пришла на 9,3 метра, то сейчас вода пришла на 11,5 метров. А по сравнению с поднятием уровня, если смотреть воды, моря, то вода пришла на 17,5 метров. А дамбы у нас все рассчитаны по технологии на 17 метров. Ну, а остальное, конечно, сейчас будем устранять, будем помогать людям, будем делать и восстановительные работы, и дома чистить, и квартиры, будем выплачивать деньги. И заказали пушки. Губернатор с нами постоянно на связи, приезжает несколько раз. Тоже будет и губернаторская поддержка. Конечно, мы наших людей к зиме не оставим в беде, и мы по-любому все вычистим, отмоем, высушим, чтобы было спокойно жить и в своих квартирах, в своих домах.